Мы рады снова приветствовать вас в студии Дугаскопи ТВ. Я Бен Джонс. Рядом со мной наш постоянный гость Жан-Франсуа Взарзак, готовый поделиться с нами самыми свежими новостями рынка. Жан-Франсуа, еще раз спасибо, что присоединились. Здравствуйте, Бен. Благодарю за приглашение. Вовсе не стоит. Итак, распродажа валют продолжилась. Вы не против, если мы сразу же начнем с пары евро-доллар и фунта? Да, конечно. Перед нами наш традиционный набор графиков, подготовленный специально для этой программы на Дугаскопе. Это часовые графики, что дают нам перспективу на ближайшие несколько недель. Здесь вы можете увидеть пару евро-доллар, что медленно заходит на уровень импульсивных целей, и два довольно агрессивных целей, что грозят снижением. Фунт у нас достиг этих двух импульсивных целей. Золото все еще обладает неким потенциалом к снижению. Сейчас, наверное, бегло пройдемся по другим графикам. Доллар-франк также направляется к своим целям, и доллар-иена движется в направлении своих целей. Трехмесячным фьючерсам S&P к ним все еще лежит длинный путь, а фьючерсы на казначейские облигации вполне выполнили свои цели. А теперь рассмотрим все подробно. Начнем с пары евро-доллар. На этих выходных в Джексон-Холл состоялась конференция. Джанет Йеллен попыталась дать нам некие ориентиры относительно сроков, когда они собираются поднять ставку. В ближайшем будущем это явно нам не грозит. Вероятно, это произойдет где-то в 2015 году. В Европе больше беспокоится, как избежать дефляции и снова дать толчок развитию экономики. Ввиду этого осенью планируется реализация каких-то мер количественного смягчения. Вряд ли они будут настолько агрессивными, чтобы изменить общую картину. Это трудно представить, но одно остается явным, что все сводится к тому, что монетарная политика в Европе каким-то образом должна немного смягчиться. Является ли это результатом или причиной ослабления евро за последние три месяца? Трудно дать ответ на этот вопрос. Но если посмотреть на графики, мы можем видеть, что движение на суточном графике, то есть снижение, которое возникло весной, по-прежнему имеет как время, так и цель для курса, или, другими словами, потенциал. Если увеличить суточный график, теперь мы видим перспективу на несколько месяцев вперед, движению суждено просуществовать еще как минимум 1-2 месяца. Кроме того, мы медленно приближаемся здесь к нашим целям. Они могут привести нас к уровню минимальной отметки 1.30. Просто чтобы вы понимали, цели вычисляются исходя из волатильности, учитывая отклонение более широкого канала. Когда динамика курса усиливается, может увеличиться волатильность, и тогда цели могут быть пересмотрены в сторону снижения. Однако на данный момент картина на ближайшие 2 месяца будет именно такой, с минимальной целью на уровне 1.30. Итак, пока что это наш базовый сценарий. Отмечу, что сейчас мы медленно направляемся к точке напряжения на рынке, где две огибающие линии соприкасаются, и индекс риска полностью находится в зеленой области. Это способно вывести нас на промежуточное дно и вызвать какую-то консолидацию или восходящую коррекцию. Это суточный график, а значит, все это не случится внезапно. Но мы находимся в ситуации так называемого временного истощения. Опять же, я подчеркну, что это лишь временно, и тренд просуществует. Существует еще несколько месяцев с потенциалом более глубокого снижения. А теперь перенесем все это на перспективу недельного графика. На недельном графике происходила восходящая коррекция. Как говорится здесь в сообщении, коррекционные цели ни разу не были нарушены, что вызвало бы оживленную восходящую тенденцию. По сути, пара подошла к ним на очень близкое расстояние и в конечном итоге развернулась обратно вниз. Таким образом, коррекционные цели можно считать выполненными, а движение, по-видимому, начинает разворачиваться, что подтверждает суточный график последние несколько месяцев. На часовом графике произошла довольно большая распродажа за последние 6 недель. Движение по-прежнему направляется к двум так называемым импульсивным целям. Это, по нашим подсчетам, максимальный целевой уровень. Максимальная точка на графике минус ширина канала, умноженная на 2,3, 2,7. Так что, как только мы туда доберемся, движение исчерпает себя. Но мы пока еще не достигли этой точки. Осталось, возможно, еще одно снижение, что случится, вероятно, в течение следующей недели. И целевая область будет достигнута, что находится между минимальных уровней 1,3. 31 и 1.3170.
Именно это нам стоит ожидать на следующей неделе, а потом, наверное, случится рикошет. Этой паре мы уделили довольно много времени, я попытаюсь более кратко пройтись по другим графикам. Итак, давайте вернемся к нашему набору графика и перейдем на фунт. Фунт все еще продлевает восходящий тренд на недельном графике, но все же у нас были точки напряжения. Судя по всему, сейчас подходящее время, чтобы занять по крайней мере промежуточную вершину, а импульсивные цели для роста были достигнуты с натяжкой. Таким образом, присутствует определенное ощущение истощенности в долгосрочной перспективе. На суточном графике проходит нисходящая коррекция. Точка 1.6565 здесь является критичной. Если погрузиться под нее, на этом недельном графике возникнет импульсивное снижение. Эти коррекционные цели обычно служат свидетельством наличия хорошей поддержки, поэтому ввиду того, что мы уже находимся на уровне этих коррекционных целей, в ближайшие несколько недель нам стоит ожидать некий рикошет. Но если мы погрузимся под уровень 1.6565, это откроет нам путь к более агрессивным целям, как мы видели у евро. На часовом графике эти две цели также полностью выполнены. Есть сильное преувеличение по индексу риска. Огибающие линии соприкасаются, нам остается только ждать разворота. Здесь также курсу нужно немного поработать, но я думаю, что это краткосрочное движение подходит к истощению. На часовом графике мы считаем неделями. Если посмотреть на график доллар-франк, картина в точности да наоборот напоминает предыдущие две. Доллар-иена, возможно, немного больше отличается от них, пара по-прежнему следует восходящей тенденции. У нее все еще есть пространство для продолжения движения. Здесь мы говорим о цели 109-110, так что потенциал, возможно, и не такой большой, но тренд по-прежнему восходящий. На суточном графике этот потенциал реализуется, что приблизительно спустя один месяц приведет нас к уровню 106.50. Движение на часовом графике также исчерпано, так что здесь нам стоит ожидать наступления промежуточной коррекции. Теперь золото. Так как последние несколько недель мы разворачивались, суточный график оставался нейтральным, отмечая бычий тренд, но без целей, то есть цели были отрицательные. Нейтральная ситуация в рамках медвежьего долгосрочного тренда, у которого по-прежнему остается некий потенциал на ближайшие несколько кварталов до конца года. Цели находятся между уровнями 950 и 1170. В этой нейтральной ситуации на часовой график возвращается нисходящий тренд, и похоже, что это движение вместе с промежуточным дном, который мы получили на прошлой неделе, еще не закончилось. Ему остается продлиться, наверное, где-то несколько недель и потенциально достигнуть уровня 1260-1270, который мы уже занимали несколько раз. А сейчас перейдем на график S&P. Мы видим импульсивные цели и два. Довольно линейный долгосрочный восходящий тренд. Назвать момент его окончания сейчас трудно. Однако, похоже, есть все признаки преувеличения. Мы медленно направляемся к этим целям едва. Еще есть некоторое время, но мы медленно добираемся до тех областей, где можно было бы ожидать наступления консолидации. Цели у нас здесь на уровне 2210. Так что у нас все еще есть возможность добраться до них через несколько месяцев. Но нас ждет награда за риск. Движение здесь весьма исчерпано. Теперь на суточном движение также довольно исчерпано. Мы практически уже у цели. Здесь, наверное, произойдет еще последний скачок, что превысит уровень 2000, к которому мы направляемся последние несколько недель. И потом наступит момент истощения. В ближайшие несколько месяцев мы будем видеть продолжение этой консолидации. На часовом графике это движение пока не окончено. Ему остается еще 1-2 недели, чтобы превысить уровень 2000, возможно, добраться до уровня 2200. Было очень интересно. Жан-Франсуа, еще раз благодарю вас за сегодняшнее интервью. Спасибо за приглашение. Дорогие телезрители, спасибо, что смотрели. Но не забывайте проверять наличие свежих новостей и множество других эксклюзивных интервью на Dukas Copy TV. До свидания.